что они станут действовать против нас. Твои предыдущие контакты с Парижским братством не были особо дружескими, я бы сказал. Вы думаете, что это из-за меня? Французы считают тебя отступником, потому что ты убил одного из их людей в самолете. Но это вы дали мне приказ на уничтожение Слоан. Come on.
если я скажу, что со мной такое уже случалось? Тогда вы знаете, что я чувствую. Теперь вы видели своими собственными глазами. Кроссу доверять нельзя. Он должен умереть. Thank you.
можешь меня тронуть! Ты мне не нужен, сволочь! Всего лишь смертный! Почему мой отец заставил меня пройти через все это? Почему он мне ничего не сказал, когда мог? В священных катакомбах братства это приведет тебя к его могиле. Жаль, что мне довелось увидеть глаза Кросса лишь после его смерти. Черт побери, вот черт, мне пора. Мне надоел Чикаго. Я вас найду. Там, куда я иду, это будет невозможно.